церемония возложения венка на воду в память о погибших солдатах в годы Великой Отечественной войны. Наша красавица Нарова всю жизнь она служила людям, позволяя торговым судам проходить по своему глубокому руслу и щедро делясь своими дарами. В ее водах отражались два красивых старинных города – Нарва и Ивангород. И река гордилась таким обрамлением. Война изменила размеренную мирную жизнь навсегда. На территорию двух приноровских городов фашисты вступили 18 августа 1941 года. Долгих 3 года немцы хозяйничали и устанавливали свои порядки. Шум велся с земли, воздуха и воды. Взрывы снарядов не прекращались ни на минуту. Казалось, что воздух можно было потрогать руками. А река была красная от крови. 100 000 похоронок разлетелись по разным уголкам Советского Союза, неся скорбную весть. 100 000 оборванных судеб. Память о всех павших в боях с немецко-фашистскими захватчиками. Венок на воду! Вспомним всех поименно. Горем вспомним своим. Это нужно не мертвым, это надо живым. Разве для смерти рождаются дети, Родина? Разве хотела ты нашей смерти, Родина? Пламя ударило в небо. Ты помнишь, Родина, тихо сказала: «Вставайте на помощь, Родина!» Славы никто у тебя не выпрашивал, Родина. Просто был выбор у каждого – я или Родина. Ой, зачем ты, солнце красное, все уходишь, не прощаешься? Ой, зачем с войны безрадостный, сын, не возвращаешься? Из беды тебя я выручу, прилечу орлицей быструю. Отзовись, моя кровиночка, маленький, единственный. Молодое поколение счастливо видеть сегодня всех вас в кругу близких и друзей. Спасибо вам, что благодаря вашему бессмертному подвигу мы можем улыбаться, радоваться, веселиться и петь песни вместе с вами. Спасибо вам за... Ивангородцы, гости нашего города, дорогие наши ветераны, праздник 9 мая – это праздник со слезами на глазах. Сегодня вспоминаем и скорбим всех тех, кто не дошел до победы. Скорбим о тех ветеранах, которых, к сожалению, сегодня уже нет. Чувством патриотизма и любви к нашей великой Родине, Родине, за которой когда-то сражались и погибали наши отцы, деды, Родине, которую все мы любим. Спасибо вам огромное, дорогие наши ветераны. И еще раз я хочу поздравить всех вас с праздником и пожелать мирного неба над головой. Позвольте от себя лично, от наших горожан, поздравить вас с праздником Великой Победы. Спасибо, что вы у нас есть. Спасибо, что вы с нами в строю. И сегодня, если мы посмотрим по сторонам, видим ясное голубое небо. Видим мирную жизнь. Видим наших детей и внуков. Сегодня мы можем съесть солдатскую кашу, выпить вкусный чай и порадоваться тому, что мы с вами добились огромной ценой, но этого очень важного, очень нужного для всех нас мира. Низкий поклон всем ветеранам, которые сражались
и добыли для нас эту очень важную и очень нужную победу. Низкий поклон всем тем, кого нет с нами сегодня. Но мысленно они всегда с нами, мы о них помним, мы их любим. С праздником, дорогие друзья, с Днем Великой Победы! Я хочу сказать, что война многогранная. Война — это не только кровопролитные бои. Тяжелый труд на фабриках, на заводах по 14-16 часов в день, забывая про еду, забывая о том, что у них голодные дети, мы стояли у станков и ковали победу. И это тоже был фронт. Да. Кто-то же должен был сеять хлеб, кто-то же должен был выпускать снаряды, и кто-то должен был растить детей для тех, кто на войне. И вот это слияние фронта и тыла создали такую несгибаемое сопротивление звериной силе зла и несправедливости. И мы победили, потому что мы русские. Я вас всех поздравляю с этим прекрасным праздником. Я желаю вам всем сидящим, стоящим здесь здоровья, долгих лет жизни, и пусть всегда над нами сияет мирное небо. Бой. За них родные.